Всем привет! Вы на канале Mad Robots, с вами Весна наконец-то и Андрей Рассказов. Сегодня мы поговорим о световых панелях Nano Leaf. А приехали мы сюда, к нашему флагманскому магазину на Бутырском валу, специально, чтобы посмотреть, как работают сразу 120 панелек. Ну, обычно-то их 9 или там 13, максимум 20. Так что пойдемте посмотрим, как работает эта большая система. Система освещения Nano Leaf стала популярна в 2013 году благодаря своей Kickstarter-компании. Тогда ребятам удалось собрать $250 000. До России Аврора добралась уже довольно давно, но популярной становится только сейчас. При максимальной простоте установки вы получаете свободу креативного и дизайнерского решения. Чтобы вы понимали, панели крепятся на двухстороннюю клейкую ленту, так что установить их сможет даже ребенок, главное, чтобы сама поверхность была ровная. Вот так выглядит упаковка панелей Nano Leaf Aurora из 9 штук. Это стандартное количество, но вы можете докупить до 30 панелей на один блок управления. Соединяются друг с другом они под любым углом, а так как они на светодиодах, они потребляют очень мало энергии и при этом не нагреваются. У нас на стене более 120 панелей и 4 блока управления. Их мы объединили в одну группу в приложении, чтобы можно было менять цвет всей панели. Но если вы хотите, то можно менять каждую панель по отдельности. Что они умеют? Ну, основные цветовые схемы у вас уже будут в приложении. Но если хотите, вы можете найти от сторонних разработчиков. Кстати, они могут быть тематическими. У нас, например, есть тема из мультика «В поисках Немо». Кстати, настроить можно не только их цвет, но и яркость панелей. Также мы во флагманском магазине пользуемся вот таким вот контроллером Nano Leaf Remote. Его можно запрограммировать на 12 различных цветовых схем, а менять их можно просто передвигая его разными гранями. Дополнительно вы можете купить контроллер Nano Leaf Aurora Rhythm, который будет менять цвета в такт музыки, которая звучит в помещении, или других громких звуков. Aurora поддерживает весь спектр RGB, поэтому вариаций цветов могут быть миллионы. Самое классное, что систему вы можете соединить с умным домом и пользоваться ей удаленно через голосовых ассистентов Google, Siri или Amazon Alexa. Алиса от Яндекса пока нет, но производитель добавил возможность программирования с помощью IFTTT, а значит, настроить под себя можно что угодно. Теперь давайте посмотрим, что умеют новые панели от Nano Leaf Canvas. Для этого нужно переместиться в офис Mad Robots. Ну и вот она, наша стена Canvas. Да-да, вы видите, мы любители украшать стены, ничего не поделаешь. Кстати, у нее есть одно заметное отличие от Авроры. Видите, какое? Дело в том, что у Авроры в местах соединений пластик серый и никак не светится, а вот Canvas светится по всей своей площади. Это все равно, что рисовать пикселями. Благодаря этому можно создавать любые рисунки и изображения. Только вот пиксели очень большие. У Canvas есть три главные отличия от Авроры. Первое — это панель управления. К ней можно подключить до 1000 вот таких вот плиток. А еще на ней можно регулировать режимы, яркость и включать или отключать реагирование на звук. Второе — в Canvas уже встроен модуль ритм, так что докупать отдельно ничего не придется. Они могут слышать вас прямо из коробки. Производитель заявляет, что никакие аудиосообщения не будут отправляться на сервера. Проверить мы этого не можем, так что придется поверить им на слово. Еще вы можете заметить, что у плиток есть рисунок. Сам квадрат разделен на 4 равные части. Так вот, центральное перекрестие, по сути, сенсорная кнопка. И это третье, главное отличие. Теперь плитки стали сенсорами, а это значит, что Nano Leaf Canvas теперь не просто крутое дизайнерское решение, но еще и целая игровая система. Игр несколько. Например, на память, где на короткое время показываются цвета панелей в разных местах стены. После чего все они становятся белыми, а вам нужно вспомнить, под какой плиткой какой цвет. Или Уакамоли — это игра на реакцию, где нужно успевать нажимать на квадраты, которые загорелись. В конце каждой игры вам посчитают очки. Обе модели Nano Leaf сделают интереснее любой интерьер. Лично мы фанатеем и от Авроры, и от Canvas. А вы напишите в комментариях, какая из них нравится больше вам. На этом у меня все, с вами был Андрей Рассказов. Не забывайте ставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну, сами знаете, что нужно сделать. Как, да?
Попробуешь лампочки повесить? Опять перегорели. Ну, пойдем вообще. Давай, вот тут, да. А ты куда ты это несешь? Поддержка. Тебе надо на подиум или под подиум? Ну, давай разложим ее, что ли. Лучше помогите. Тихо. Держи. Нет, подожди, стой, держи. Нет, надо подальше. Ну, она не... Ну, отпусти ты ее.